все это, его никому не отдавать. Хорошо? Хорошо. Бенчмарк КФУ у нас. Помнишь, я тебе скинул? Это ректор скидывается. А вот она на УФУ, по-моему, не просто считает. Уважаемые коллеги. Здрасте. Добрый день. Мы начинаем дискуссию о национальной платформе открытого образования. Пожалуйста, занимайте все места в первых рядах. Меня зовут Наталья Чеботарь, я программный директор МСО. Буду модерировать эту дискуссию и хочу представить участников. Александр Алексеевич Климов, заместитель министра образования и науки Российской Федерации. Василий Третьяков, директор Института технологий открытого образования УРФУ. Нурлан Киясов, директор по развитию МИСИС, Сергей Рощин, проректор Высшей школы экономики, и Дмитрий Зубцов, проректор Московского физико-технического университета. И первый вопрос я адресую Александру Алексеевичу. Как появилась идея платформы и что она значит для российского образования? Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Ну, что называется, идея носилась в воздухе, и не просто носилась, когда мы заходим в интернет, мы видим там, что очень много инициатив в области дистанционного образования, которые используют инфраструктуру интернета. Ну, я думаю, что все, кто здесь присутствует, знают такие слова, как Coursera, EDX. Это те системы уже раскрученные, которые так или иначе имеют уже достаточно серьезный контент, уже определенную историю, определенное имя и бренд. И вот как показывают исследования, которые проводят ведущие университеты российские, уже количество студентов российских, которые проходят модули и курсы в рамках этих платформ международных, достигает там десятков тысяч человек, поэтому идея о создании российской национальной платформы, она назрела, хотя я не могу сказать, что у нас в Российской Федерации ничего не делается в области дистанционного образования, то есть есть разные инициативы, более или менее успешные стартапы, но к нам обратились 8 ведущих университетов, с таким предложением создать национальную платформу. И мы, естественно, откликнулись на это предложение. В министерстве был создан совет по дистанционному образованию. И вот совсем недавно мы собирались, и на базе Министерства образования и науки Российской Федерации проводилось первое учредительное собрание, если так можно сказать, вот этих вот университетов, которые учредили соответствующую инициативу, и подписаны все документы, и можно говорить о том, что сегодня уже фактически создан тот организационный формат, который позволит нам до конца года при поддержке, ну не финансовой, кстати, дальше потом об этом можем поговорить, Министерство образования и науки, вот развернуть эту платформу и уже начать эффективно двигаться в части дистанционного образования. Все-таки что это значит для обычных студентов, для их родителей, для мальчиков и девочек из регионов или из Москвы тоже? Я бы предложил вот проректора, вот смотрю на проректора Высшей школы экономики, может быть, те, кто со студентами работает, они и скажут, что это значит для мальчиков, девочек, которые учатся в
различных университетах Российской Федерации. Сергей Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Раз Александр Алексеевич так передал слово университетам, я попытаюсь ответить на этот вопрос. Но первое, на что я хочу обратить внимание, что когда мы говорим о проекте российской платформы по онлайн-обучению, то надо понимать, что слово «платформа» означает не наполнение исключительно технологическое. Это в первую очередь содержательное наполнение, это в первую очередь контент, это в первую очередь все то, что сопровождает разработанные курсы с точки зрения возможности взять их для обучения учащимся тех или иных образовательных программ или другим желающим. Поэтому, когда мы говорим об этом проекте, надо в первую очередь акцентировать внимание на контенте. В рамках этого проекта предполагается, так решили учредители в диалоге с Министерством образования, сделать упор на создание онлайн-курсов, которые могли бы соответствовать тем курсам, которые существуют в основных образовательных программах высшего образования. И задача 8 университетов, которые сейчас вошли в этот проект, создать тот контент, который позволит с участием лучших преподавателей, лучших профессоров этих университетов предложить те курсы, которые могут быть использованы в различных российских университетах, в том числе для замены того, что есть. Для того, чтобы учащиеся образовательных программ, студенты могли выбирать эти курсы, а соответствующие университеты, образовательные программы могли засчитывать освоение этого курса. Поэтому для мальчиков и девочек это означает возможность получить доступ к хорошим курсам, которые разработаны профессорами ведущих университетов, и этот курс будет им засчитан вместо курса, который можно слушать в офлайн. Конечно, это предполагает решение очень многих проблем. Во-первых, дизайн и содержание курсов должны быть таковы, чтобы они соответствовали образовательным программам. Дело, конечно, идет, речь идет, конечно, не о том, чтобы там до деталей, до буквы, но по сути. Во-вторых, конечно, здесь нужна и поддержка Министерства образования, и мы надеемся, что она будет, с точки зрения поддержки и создания тех регламентов, которые позволяли бы российским университетам осуществлять такую замену. Но и обращаю внимание, что, конечно, речь идет не только о том, что эти курсы могут быть использованы в основных образовательных программах, потому что опыт деятельности нашего университета, Высшей школы экономики, размещение онлайн-курсов и сотрудничество с платформой Coursera говорит о том, что для многих курсов, которые мы делаем, казалось бы, исключительно в соответствии с образовательными программами, существует колоссальный спрос просто людей за пределами уже обучения, которые хотят получить апгрейд, обновление своих знаний, получить более лучшее знание, лучший курс. Поэтому здесь широкие возможности для мальчиков и девочек разных возрастов, как принадлежащих к образовательным программам, так и нет. Тогда следующий вопрос, который очень волнует и здесь сидящих, и эта тема широко обсуждалась в обществе последние недели. В рамках какой нормативной базы все это будет существовать? Возможность засчитывать курсы в других вузах? Это совершенно новая вещь, необычная для нас. Ну, давайте про нормативную базу все-таки представители министерства выскажутся. У нас в новом законе, который уже действует достаточно долгое время, с самого начала были базовые нормативные регулирующие позиции прописаны. То есть новый закон об образовании фактически сделал легитимным дистанционное образование и электронное обучение. После того, как был принят закон, министерство в течение полутора лет всю нормативную базу, я имею в виду постановления правительства, приказы Миноборнауки, регламенты Рособорнадзора, все это приводилось в соответствие с федеральным законом об образовании. Но в этом смысле рамочное регулирование, оно обеспечено. То есть вот дистанционно-электронное обучение, оно сейчас вполне легитимно и отражено во всех нормативных документах Министерства образования и науки. Больше того, могу сказать, что оно допущено в высшее образование в рамках всех стандартов, которые в настоящее время уже прошли через сложную процедуру согласования. Другое дело, что создание вот этой платформы национальной, оно ставит новые задачи по совершенствованию нормативной базы.
Ну, например, у нас сейчас приходит студент из одного вуза в другой, приносит зачетку. Ну и дальше там как-то уже решается вопрос с участием там деканата, профессоров ведущих, о том, чтобы признать те курсы, которые он где-то там прошел в другом учебном заведении, ну, зачесть их в счет, так сказать, той образовательной программы, которая есть в вузе в конкретном. Напомню, что у нас программа бакалавриата, там 50% вариативная часть сейчас, поэтому даже в рамках одного вуза возможен целый набор разных образовательных программ. Ну, например, разные факультеты могут реализовывать по-разному программу там, менеджмента или экономики. Даже если вы в рамках одной образовательной организации переходите с факультета на факультет, с программы на программу, у вас образуется как бы вот эта вот разница и возникает вопрос, как перезачитывать. При этом понятно, что развитие онлайн образования в рамках платформы, оно должно, ну, для упрощения предполагать автоматический перезачет и зачет тех образовательных результатов, которые студент, ну, либо не студент, просто любой гражданин Российской Федерации, получил в рамках вот изучения этого дистанционного курса. Мы считаем, что обязательным условием, скажем, присоединения вуза вот к этой платформе должно являться принятие нормативного локального акта о том, что вуз будет засчитывать этот курс автоматически. То есть если студент придет в вуз, который присоединился к этому движению, и скажет, вот у меня сертификат о прохождении модуля, вуз должен автоматически принимать этот сертификат, чтобы не создавать дополнительных проблем при зачете массовом вот таких курсов. Ну и есть еще ряд как бы изменений в законодательство, которые, ну, носят такой менее принципиальный характер. Я все-таки считаю, что ключевой вопрос – это вопрос удобства для студентов перезачета автоматического этих курсов и зачета образовательных результатов. Но мы планируем в ближайшее время, вот рассчитываем до конца года все эти вопросы при поддержке ведущих университетов, которые участвуют в этом движении, решить этот вопрос. И продолжая немножко тему, наверное, самый сложный вопрос и в управлении данными студентами, и в идентификации этих студентов. Если можно, я бы хотела адресовать его Нурлану Киясову, как представителю движения вузов. Нурлан, прокомментируйте, пожалуйста. Как будет проходить идентификация студентов при зачитывании онлайн-курсов среди университетов, участников и неучастников платформы? Ну, раз. Как мы можем быть уверены, что сертификат получит именно тот человек, кто пройдет аттестацию и обучение? На наш взгляд, тут есть два варианта. Самый простой способ – это создание по опыту организации единых госэкзаменов последних лет именно сертификационных центров. Возможно, это будет на базе ведущих федеральных университетов или федеральных округах сертификационных центров с системой видеонаблюдения, жестким контролем сотрудников за нарушения. И в онлайн-режиме, значит, слушатели будут собираться и сдавать экзамены. Второй вариант. Мы не исключаем развитие высоких технологий в сфере идентификации личности. Эти все технологии известны. Это и биометрические данные, это электронные почерк, это слежение за зрачками глаз. То есть очень много на рынке известных технологий, но когда речь идет о десятках тысяч слушателей, здесь вопрос в цене. Да? Поэтому, наверное, мы в последующем к этому придем, но на данный момент мы именно рассчитываем на создание таких вот сертификационных центров. Не станут ли эти сертификационные центры платными, поскольку открытая платформа, я так понимаю, все-таки предполагается бесплатной для участников? Не нужно ли будет платить за сертификацию? Давайте я попробую начать, а дальше коллеги подключатся к разговору. Ну, мы исходим из чего? Из того, что два ключевых варианта, то есть ключевая развилка в чем заключается? Либо прохождение курсов – это не инициатива университета, где обучается соответствующий студент. То есть университет может
централизованно как бы организовать обучение своих студентов с прохождением соответствующего дистанционного курса. Это может позволить, например, ну, обеспечить повышение качества, скажем так, в определенных ситуациях. То есть если ресурс разработан ведущим университетом, поддерживается ведущими исследователями и профессорами этих ведущих университетов, то нам кажется, что в отдельных ситуациях это может позволить удаленным вузам, у нас очень много вузов в разных городах Российской Федерации, много филиалов до сих пор, может позволить повысить качество и более качественный образовательный результат получить. Тогда вопрос оплаты этих дистанционных курсов – это вопрос, который должен решать университет, который в рамках своей образовательной программы предполагает использование вот этой вот платформы и тех ресурсов образовательных, которые есть на этой платформе. То есть здесь студент ничего не платит, бюджет платит, если это бюджетный студент, либо в соответствии с договором он уже оплатил свое обучение. Вот. Если это инициатива студента, то есть у него этого нет в программе, но он хочет пройти для того, чтобы какие-то получить дополнительные компетенции, которые в дальнейшем позволят ему быть более успешным на рынке труда, либо ему просто интересно, я не знаю, он там, может, португальский язык решил поучить в дистанционном режиме, почему бы и нет, собственно говоря, или там латынь. Ну, если это решение конкретного человека, то тогда, безусловно, он сам должен оплатить по установленным как бы тарифам, в общем-то, эту работу, которая будет сделана тем университетом, который обеспечивает и поддерживает этот курс. Здесь же надо два режима сразу различить. То есть первый режим – это когда я просто смотрю материалы. Здесь, ну, какая оплата, если все это открыто, доступно. И совершенно другой режим, когда я хочу в дистанционном формате пройти курс, и этот курс будет обеспечиваться теми преподавателями, которые есть в том университете, который этот курс как бы на эту платформу выкладывает. Это большая работа, это дистанционная работа, трудоемкая. По некоторым модулям это будет индивидуальная работа, поэтому оплата тому университету, который сделал этот курс, подготовил его и обеспечивает его этот курс, если вы еще и сертификат хотите получить, то придется заплатить. Но это обычная, нормальная, уже устоявшаяся практика, которая есть и в Едексе, и в Курсере, и во многих других платформах. Вот если, может, коллеги что-то добавят. Я хотела уточнить у Дмитрия Зубцова. Если, с одной стороны, если вуз региональный, допустим, решит использовать онлайн-курсы, представленные на платформе по базовым предметам, как сейчас было озвучено, то какая действительно огромная нагрузка по ведению этих курсов и взаимодействию со студентами по подтверждению, например, их навыков и компетенций ложится на университет, с одной стороны. С другой стороны, что вузу, принимающему эти курсы в зачет, как ему поступить с теми преподавателями, которые ведут эти дисциплины внутри вуза? Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, тут я хотел бы просто как еще раз поддержать Александр Алексеевич, что если нагрузка идет на преподавателей вуза достаточно серьезная, там, конечно же, это уже будет рассматриваться по-другому. Это возможность преподавателям, институту расширить свои финансовые возможности здесь. А если это просто онлайн-курс, который ничего не требует, лежит, и студенты этого вуза могут прослушать, например, дополнительно к своим лекциям еще лекции наших преподавателей и без обратной связи, здесь все будет именно как в бесплатном формате и в свободной форме. Здесь, если можно, да, просто не могу удержаться, хочу еще добавить, что у нас в Российской Федерации очень высокая нагрузка учебная на преподавателей. У нас 850-900 часов, это считается нормальным. Вот. И у нас очень жестко, как правило, оплата труда преподавателя увязана с объемом вот этих вот часов, в том числе игроловых часов. Поэтому мне кажется, что
использование вот этих дистанционных ресурсов, оно в некоторой степени может позволить разгрузить преподавателей, то есть дать им больше времени для того, чтобы заниматься научно-исследовательской деятельностью, взаимодействовать с предприятиями. Я вот вчера был в Нижнем Новгороде, и мы на базе Нижегородского технического университета проводили мероприятие по теме подготовка кадров для оборонно-промышленного комплекса. Задаю вопрос конкретному как бы заведующему кафедрой, говорю, когда занимаетесь-то наукой, они там занимаются ядерными реакторами, теплоносителями, ну, такие серьезные темы, наукоемкие реализуют. Он говорит, ну, по ночам, по вечерам, по ночам, потому что нагрузка очень высокая, и мы считаем, что вот использование платформы может частично снять нагрузку с преподавателей. Василий Третьяков, хотел бы вас спросить, у вас большой опыт УРФУ и по онлайн-образованию, открытому образованию, вы возглавляете институт. Как вы будете обеспечивать качество онлайн-обучения, и как вы это делаете уже сейчас, и, может быть, что-то новое или какие-то новые методики и подходы будут реализованы на платформе открытого образования? Вопрос действительно комплексный, потому что качество, оно включает в себя и требования к содержанию курсов, о чем мы здесь уже говорили, и требования к процедуре, процедуре освоения этих курсов, процедуре оценки результатов обучения каждого обучающегося. Что я расскажу лишь о тех моментах, которые, мне кажется, могут быть уникальными в случае наших проектов. Первое, с чего мы начали, когда, соответственно, начали обсуждать содержание тех курсов, которые будут создаваться на национальной площадке, это обсуждение подходов к формированию перечня самих курсов и требования к результатам обучения, которые по ним будут достигнуты. Так вот, здесь уникальность платформы заключается в том, что, используя взаимодействие с Министерством образования, мы планируем выйти на тесную работу с учебно-методическими объединениями, с координационными советами по направлению образования и выстроить, соответственно, содержание самих курсов в соответствии с теми примерными основными образовательными программами, которые сегодня разрабатываются. Это нам позволит, с одной стороны, выдержать некие общие федеральные требования к содержанию курсов, которые могут входить в состав основных образовательных программ, а с другой стороны, обеспечить возможность зачета, перезачета их в других университетах. А второй, наиболее важный, на мой взгляд, аспект – это аспект оценки качества, освоения результатов обучения обучающимися. И здесь уже вот перед этим мы говорили о том, что именно эта процедура, скорее всего, будет составлять стоимость курса, который мы вынуждены будем тем или иным способом возмещать университетом. Почему? Потому что без соответствующих процедур сегодня, в которые вовлечены будут люди, в которые будут вовлечены новые технологии, в которых будут затраты каждого студента, мы не сможем дать адекватную оценку уровню освоения того или иного курса студентам. Как мне кажется, со временем эти технологии будут все дешевле, но в первый период становления вот этого процесса перезачета курсов мы должны делать все, чтобы результатам обучения, которые достигнуты на национальной платформе, доверяли все университеты. И здесь, ну, не удастся нам пока отказаться от традиционных подходов, связанных с использованием центров тестирования, как говорил Нурлан, с развитием дорогостоящих пока технологий биометрии и так далее. Ну а что касается требований к самому процессу обучения, к содержанию курсов, то здесь действительно будет использован опыт всех университетов, будут использованы те наработки, которые у нас есть сегодня и в области создания виртуальных лабораторных работ, и в области обеспечения эффективных коммуникаций между обучающимися, которые, как мне кажется, должны быть сегодня таким явным отличием каждого онлайн-курса от электронных учебников, о которых шла речь в том числе в предыдущей дискуссии. Мы надеемся, что ассоциация, вот эти 8 университетов и те университеты, которые будут присоединяться к ней в будущем, они смогут выработать свои внутренние требования к качеству и тем самым поднять уровень качества создаваемых курсов каждым университетом. Если позволите, я добавлю к тому, что говорил Василий. К
Когда мы говорим о качестве, то качество – это еще и в первую очередь качество преподавателей. С этой точки зрения участие в проекте ведущих университетов, а все те университеты, которые вошли в проект, действительно ведущие, имеют большой опыт качественного образования, является и определенной гарантией. Потому что если у нас нет качественного преподавателя, технологии не помогут. Поэтому это, мне кажется, первое и самое главное. А второй комментарий касается того, что могут быть совершенно разные технологии использования онлайн-курсов в обучении. Мы сейчас говорим в основном в парадигме, когда предоставляется курс, его прослушивают студенты, учащиеся, есть некоторая система аттестации по этому курсу, и как бы у нас не существует преподавателя на стороне того университета, где слушает курс. Но одновременно в мире развиваются различные практики того, что называется blended learnings, когда используются материалы, которые предоставлены онлайн, но они могут дополняться различными занятиями, назовем их условно семинарскими, которые делаются преподавателями уже на стороне того университета, где студенты слушают. Я уверен, что развитие в целом всех технологий, связанных с MOOCs, связанных с онлайн-обучением, будет происходить в различных вариантах, которые будут использовать и вариант Blended Learnings тоже. И таким образом возникают партнерства онлайн-курса и преподавателей в том университете, где слушают студенты. Сергей Юрьевич, хочу вас особенно поблагодарить за эту последнюю реплику и сказать, что у нас сегодня целый день в зале Сухомлинский посвящен смешанному обучению, как раз тем практикам и опыту применения онлайн-обучения и смешивания его с традиционными форматами обучения, как оценивать качество, как оценивать результативность обучения, как организовывать учебный процесс и в высшем образовании, и в школьном образовании. И хочу поблагодарить участников за то, что они нашли время, пришли, рассказали. Все эти прекрасные ответы мы услышали на важный вопрос. Спасибо большое. Вопросы. Господи. Вопросы из зала. Да, давайте. Спасибо. Директор издательства «Юрайт» Дарья Сергей Геннадьевич. У меня вопрос, он немножко перекликается с предыдущей информацией Ярослава Ивановича, который рассказывал, что большинство курсов будет строиться на основе уже существующих учебников. Учебник будет составной частью. Вот в связи с этим у меня вопрос. Вот ваша замечательная организация, которая вот, она является открытым партнерством, подразумевается ли включение в нее еще других университетов и, соответственно, включение туда издателей, которые создают и издают эти учебники современные? Я постараюсь ответить. На самом деле, да, однозначно, ассоциация будет открыта к вступлению новых партнеров. Мы рассматриваем, что это будут и университеты в первую очередь, и, соответственно, бизнес, который может в рамках ассоциации преследовать разные интересы. Но мне кажется, взаимодействие с издательствами и использование, соответственно, тех продуктов, которые есть сегодня и которые, безусловно, могут стать очень важной частью, составляющей частью онлайн-курсов, это вопрос отдельный. Почему? Потому что здесь придется, на самом деле, в какой-то мере пересматривать свой бизнес самим издательством. Ведь те курсы, которые мы создаем, изначально они открыты, они абсолютно доступны с точки зрения своего контента, который у них есть, всем желающим. И никакие деньги за доступ к контенту брать не ассоциация, не университеты точно не будут. В этом смысле мы должны понять, готовы ли издательства сегодня пойти на тот шаг, который приведет к отрытию части контента, входящего в состав издания, да, или издания целиком. И сможет ли при этом такое взаимодействие с ассоциацией, с университетами, создающими онлайн-курсы, быть выгодно и интересно в долгосрочной перспективе. Спасибо большое. Давайте еще один вопрос. И... Коллеги, очень приятно. Вот такой вопрос. Я представляю разработчика уникальной, интересной деловой игры, которая, так сказать, позволяет окунуть в профессиональную среду лицо обучаемое, и оно начинает генерить интересные идеи. Как ваша ассоциация относится к разработчикам таких эксклюзивных программных продуктов? Мы готовы к сотрудничеству. Вы готовы? Мой ответ однозначно да, потому что именно деловые игры, именно тренажеры, симуляторы виртуальной лабораторной работы – это те составляющие, которые должны быть в каждом современном онлайн-курсе. Михаил Малыхин, газета «Ведомости». Я бы хотел услышать какую-то конкретику. Когда точно запускается эта платформа? Сколько точно министерство будет ассигновать денег на эту платформу,
будет ли министерство платить за те межвузовские, собственно, обмены, которые собираются делать, будет ли министерство платить за работу педагогов, которые собираются обучать людей. Я хочу понять, вообще на самом деле открытая платформа типа Coursera, edX и так далее, они предполагают доступ всех людей онлайн. Вообще, по идее, это не просто обмен между вузами, да, а это возможность для человека, который с ограниченными возможностями, к примеру, получать образование онлайн на удаленном доступе, получая сертификат. Правильно? Если я правильно понимаю, такой возможности пока не предусмотрено. Можно вот по порядку об этом? И если я хочу понять, кроме этого, есть ли заинтересованность у педагогов предоставлять свои, отдавать свои часы онлайн-курсам, уступать свои часы онлайн-курсам, и каким образом вот такое количество людей собираются проверять? Если я правильно понимаю, после онлайн-курса должна быть еще какая-то точная сертификация и система зачетов. Если можно, об этом расскажите. Конкретика. Давайте я в той части, которая касается министерства. Вот я два услышал вопроса. Первое, кто будет платить за разработку курсов и за прохождение? Значит, министерство не планирует платить за разработку курсов. Это инициатива университетов, это некоммерческая организация. И все вопросы разработки контента, они должны решаться в рамках взаимодействия университетов. За платформу, за разработку курсов министерство бюджетных денег платить не собирается. Да, есть договоренность, я так понимаю, университетов о том, что они будут вносить соответствующие финансовые суммы, да. Ну, мы можем, наверное, да, сказать, уже открытая информация. Суммы уже были 50 озвучены. Миллионов с каждого университета. Ну, пока так вот. Это 400 миллионов фактически на то, чтобы запустить платформу. Еще раз хочу сказать, что бюджетных средств не предполагается никаких в рамках... А? Это вот, подождите, я отвечу на свои вопросы, да. Потому что я министерство представляю, есть коллеги, которые от организации, от общественной по факту, ну как некоммерческой. Второй очень важный вопрос вы, спасибо вам большое, очень важный вопрос вы поднимаете, в какой степени эти модули будут адаптированы для инвалидов. Очень важная тема, мы сейчас этой темой не... Только открытого образования, использования дистанционного обучения для обучения инвалидов занимаемся, а вообще всей тематикой, связанной с инвалидами. Там много других аспектов важных, в том числе и доступная среда, и подготовка преподавателей. Вот министерство будет делать все для того, чтобы техническое задание на модуль, в соответствии с которым модули будут разрабатываться, включало в себя и варианты, которые будут адаптированы для обучение соответствующих категорий инвалидов. То есть мы считаем, наша позиция принципиальная, что не может быть дистанционного курса на этой платформе, который не обеспечивает обучение дистанционно инвалидов. Вот здесь вы прям очень точный вопрос задаете, потому что у нас в соответствии со всеми стандартами у нас должны быть обеспечены условия все для обучения соответствующих категорий инвалидов, мы считаем, так как это часть системы образовательной, так или иначе, она тоже должна удовлетворять тем требованиям, которые предъявляются федеральными государственными образовательными стандартами. У нас сейчас Рособорнадзор, когда приезжает проверки делать, выписывает очень много предписаний, связанных с тем, что не обеспечены в полной мере условия для обучения соответствующих категорий. Это вот два вопроса, которые я услышал, которые касаются конкретно полномочий Миноборнауки. А сейчас я как бы передаю слово тем, кто, собственно, платформу разрабатывает. Они скажут конкретные сроки. Несколько реплик. Предполагается, что проект стартует уже с точки зрения возможности обучения, а не с точки зрения организационной. С сентября 2015 года
Предполагается, что за следующий учебный год 8 ведущих университетов, вошедшие в проект, разработают и предоставят для обучения порядка 100 курсов. Сейчас уже согласован более-менее перечень этих курсов, и университеты или их создают, или уже некоторые имеют, активно ведут над этим работу. Также обращаем внимание, чтобы быть правильно понятыми, речь не шла о том, что эта платформа каким-то образом является закрытой, или она существует только для студентов, которые уже учатся в каких-либо университетах. Она открыта. Речь шла просто о различных форматах партнерства, которые может быть и между университетами, когда какой-то университет выбирает этот курс сознательно, но точно так же, что называется, и розницей, когда просто люди, даже не являющиеся учащимися, могут прослушать этот курс, его получить соответствующий сертификат и так далее. И по поводу денег, чтобы не было искажений. Александр Алексеевич назвал 50 миллионов от каждого университета. Речь шла о горизонте в 3 года, включая 2015 год. В вашем университете? Если вас интересует конкретно наш университет, то я могу сказать, что мы еще в 2013 году приняли все регламенты, которые позволяют засчитывать онлайн-курсы для наших студентов Высшей школы экономики. И активно продолжаем это продвигать. Из мира вообще, вот из открытого мира мы засчитываем своим студентам прослушанные онлайн-курсы. Это касается нашего университета. За все другие я пока не берусь отвечать. Спасибо большое. У нас еще целый день впереди для дискуссий, для вопросов. Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем с наибольшей эффективностью. Всем спасибо большое. Спасибо.